Так, друзья, ну это я уже в другую студию зашла. Тут тоже происходит мастер-класс. Кстати, кто не был в Академии Лореаль, вам нужно обязательно сюда хотя бы один раз попасть. Тут, помимо того, что тут очень стильно, уютно, еще здесь потрясающие технологи работают. Давайте я вам просто пробегусь. Это соседняя студия. Это мы уже ушли от Толи. Но я вам покажу, что здесь происходит, для того, чтобы вы видели. Вот. Ага. Что-то важное объясняют. Сейчас мы подойдем. Так, смотрите, а вот это как раз валики на вату. Мы один раз только такой видели в прямом эфире. Вот, наверное, здесь. Тут мастера работают, да. А это вам здесь рассказали, да, вот по поводу ваты? Да. Ой, расскажите мне тоже, для чего это нужно? Почему валики именно на вату? Потому что состав достаточно жидкий, чтобы он не попадал на корни, на прикорневую зону и не раздражали кожу головы нашего любимого клиента. Мы используем вату, чтобы было комфортно и красиво и окрашено. Но эту вату же можно в аптеке купить, правильно я понимаю? Да, а можно заказать у своих менеджеров по продаже. Серьезно? Это в Лореаль есть вата? Давайте посмотрим, что там за вата. А я не видела даже. А я вот не знала. Видите как? Все для нас, для парикмахера, для того, чтобы мы только работали и делали самые сумасшедшие, самые носибельные окрашивания, чтобы наш клиент всегда был доволен, а мы должны быть всегда в тренде. А вы все из Москвы? Нет. Нет? Откуда? Из Подольска. Из Подольска. Ну, это рядышком. А вы откуда? Из Москвы. Из Москвы. Из Твери. Из Тверья. Ну, это тоже не так далеко. Недалеко, вот, типа, но тоже, да. Ну, молодцы. Надолго приехали сюда на учебу? Как только знания получим, максимально. Ну, мы же прекрасно понимаем, что мастера учатся всю жизнь. Это надо сюда переезжать, в Лореаль жить уже тогда. Если нам предоставят возможность, почему бы и нет. Так оставить потом сюда, а да, я протяну, может, ее сюда. Ой, то скоро опять мероприятие будет в апреле. Вы будете? А что за мероприятие? Расскажите, придем. Так, но это лучше вот скоро на Лореаль про Тим выставят. Это не информация по поводу мероприятия. Будет большое мероприятие. Кстати, не так давно одно было с красителем Мажерель. Потрясающе. Просто. Вот я тоже показывала прямой эфир, и сторисы показывала. И, возможно, прилетят еще стилисты со всего мира. И у вас будет возможность и посмотреть, и еще отработать. Короче, что-то крутое. Но это только на Лореаль про Тим, а не выставят. Я вам секретную такую инсайдерскую информацию уже слила. Отлично. Да, так это же здорово. Теперь мы точно должны прийти. Обязательно, обязательно. Но я у себя тоже объявлю об этом. Так, давайте посмотрим, что здесь делается. Это уже идет отработка. А вы всегда работаете на Лореаль? Да. Всегда и давно. Так, а что сейчас наносим? Это что такое? Сейчас наносим фосфор, чистим вот эту вот полоску оранжевую. Фосфор с окислителем, 6%. Это у нас глубокое декопирование. Глубокое декопирование, да. А упаковочки можно увидеть, как они выглядят? Вот, сейчас нам покажут, что делают. Очень интересно. Ух ты, а что это такое? Пакетик, чудо-крошка. Обалдеть. А куда его добавлять? Ну, так расскажи, что я-то не понимаю. Смешиваем с горячей водой. Так. В миске. Ага. Вспениваем. Ага. Наносим на волосы горячим. Он работает, когда он горячий. Он работает, когда он горячий. Да, ничего то есть себе. Температура 78 градусов. Супер. Так, пошли смотреть. А глубокое декопирование – это то же самое, только с порошком, без воды. То есть порошок и окислитель. И получается, мне кажется, вот так сложно все. Как вы это все запоминаете? Столько у вас здесь. 15 лет стажа. Берите технологию. Да, блин, наверное, надо стихи много учить, чтобы вот все это запоминать, мне кажется. Это который день обучения? Второй день обучения. Ну что ж, пошлите смотреть. Друзья, это я сошла в соседнюю академию. Сейчас вернусь к Толе. И он как раз рассказывает там о том, о чем я вам показывала в первом прямом эфире. Нормально, ты не мешаешь.
пальцев. А вы все откуда, расскажите? Я из Смоленска. Из Смоленска сюда приехала? Да. На несколько дней? Ну, я каждый месяц приезжаю сюда. Каждый месяц на учебу? Ну, я открыла салон, да, и, соответственно, надо... И перешла на лауреат. Ага. Вот. А для этого нужно учиться. Обязательно. А как без учебы? Тем более, это все всегда что-то новое, интересное. Ну, кстати, полно повторить. Ну, у тебя там крутой прям салон? Он маленький, он называется дом, дом красоты. Угу. Он маленький, уютный, но ремонт работает очень. Угу. То есть там чисто парикмахерский зал. Угу. А чем нравится Лореаль? Всем, наверное. Качественный уход. Премальная линейка, но для этого не будет, чтобы... А вот с аллергиями, вот я знаю, что мастера очень... Я аллергик. Серьезно? Я постоянно с каплями таблетками, аллергии, нормально. Пока нормально, пока жива. Ой, кошмар. Ну вы, ребята, вообще, вы герои. Да. Мы такие, мы можем все. Да я знаю. Уж кому-кому, а мне не знать в этом. Я-то уже знаю, насколько вы супермены. Супервумены. Супервумены, да? Так, значит, что мы делаем? Еще раз рассказываем. Так, мы сделали просто декопирование, теперь мы делаем глубокое декопирование для того, чтобы убрать вот эту вот светло-медную полосу. Mm-hmm. А, потому что мы хотим ровный чистый блонд, немножко с растяжкой у корней. То есть у нас корни вот 8 уровня, а длина 9. И мы хотим сохранить рельеф, плюс у нас есть седина. Да не, не сложно, красиво. Это же интересно. Это я когда с мастерами разговариваю, с парикмахерами, они говорят, так, чем сложнее модель придет, да, или клиент, да, тем вот, интереснее. Вот у нас очень сложная модель, очень. Так зато какой результат будет, зато какой кайф, когда все это сделается. Как ухаживать потом вот нашей модели за всей этой красотой, которую вы сегодня сотворите? Витамина Color первые 2 недели. Это что такое? Домашний уход? Витамина Color, это домашний уход. А какое? Розовое? Вот это, да? Да. Вот это вот, да? Нет. Выше. Вот это? Да. Ага, вот показываю. Домашний уход. Ага. Это маска? Это шампунь. Это шампунь. Ну, комплекс получается, да? Уход, да. Маска. А потом, ну, в данном случае... Enforcer. А что это такое? Это вот оранжевые бутылочки. Оранжевые. Вот эти вот, да? Да. Ага. Против ломкости. Очень поврежденный. Но это же был вонт, он всегда повреждает. Согласна. Ну, для того, чтобы все было хорошо. А как при блонде отрастить длинный волос? Что прям... Потом тебе страницу свою покажу. Да? Там у меня все блондинки, все длинные волосы. Ой, покажи, мне очень интересно. Я даже могу твою страницу в сторис выложить. Красный. Мы все посмотрим. Да. У меня очень много блондинок, и все с длинными. Ну, угу. Ниже лопаток, в основном. До лопаток, ниже лопаток. Ничего себе. И прям ходит, не отваливается? Годами. Обалдеть. Вот так, друзья, у вас, расскажите, у вас блондинки как ходят, с длинными волосами, с короткими, волосы отваливаются, не отваливаются, потому что это очень интересно. Так, какой семинар? Какой семинар? Ключи к свету 2. Это что такое? Привет. Это семинар, посвященный техникам изменения цвета ранее окрашенных волос. Ух ты. Нет, ты рассказывай еще раз. Побольше нам расскажи. А ты спроси у мастеров, которые провели здесь 2 дня. А мне уже рассказывают, ты че? А мы все рассказали. Ну не все, ты лучше расскажи, давай. Что мне рассказали? Что все круто. О чем мы вчера говорили? Вот так. В выравнивании цвета из блонда, допустим, в темный и темный цвет. То есть вчера мы волосы затемняли блондины, создавали более темные цвета на основе блонда, а сегодня мы наоборот, как вы видите, делаем волосы светлее, ранее окрашенные. Угу. Ну здесь смотри, как я поняла, в разных студиях работает на разных продуктах Лореаль. Объясню.
У Толи сейчас другие продукты. У Толи сегодня семинар базовый «Тычек цветоазин», они работают с натуральными волосами. Мы уже на второй ступени обучения, поэтому мы говорим об изменении цвета. Ох! Ну, я пойду работать дальше. Давай, конечно. Так, друзья, вы представляете, то есть у нас сегодня есть возможность посмотреть аж... забежать две студии, посмотреть и там. Так, ну что, наверное, давайте возвращаться. Мы пойдем к Толе, посмотрим. Потому что у Толи там базовое начало, а здесь уже вторая ступень. Так, я пошла. Сейчас как раз вам академию покажу, тут очень круто. Вот это вот академия, смотрите. Кто, кстати, был в Лореале Профессионель в Москве? В каждой академии каждый день здесь идет работа. Я просто не знаю, вот какой вот это вот бренд. Давно было, да надо повторить. Не знаю, я сюда заезжаю, просто очень люблю. Для меня это очень уютно, стильно, комфортно. Вот здесь вот где-то... Здесь Керастас. Скоро, через месяц, у нас будет прямой эфир из Керастас, потому что у них какой-то новый продукт запускается, очень интересные. И вот здесь вот мы будем тоже, для нас специально проведут индивидуальный мастер-класс, и я вам тоже покажу. Так, а вот здесь вот Матрикс сейчас. Давайте вам быстренько здесь покажу, что здесь происходит. А это входная группа. Входная группа в Академию Лореаль. Вот здесь вот чай, кофе, веллинг. Ребята здесь отдыхают. Мажерель. Недавно был запуск Мажерель красителя. Кстати, скоро, буквально на следующей неделе, в аккаунте Лореаль Pro Team, это аккаунт Академии, будет выложена информация о мероприятии, которое, о большом ивенте, который будет в апреле. И у нас будет возможность один из подарков будет как раз билет на этот большой ивент. Так, ну что, мы вернулись к Толе. Сейчас мы его найдем. Смотрите, что мы делаем. Здорово. Это мы тестируем разные продукты? Ага. Так. Здорово. Сейчас у Толи... Сейчас у Толи... Толечка, а можно звук потише, а то... Как? А то тот, конечно, любит потанцевать. Так. Еще потише чуть, чтобы мы услышали, что девочки делают. Так, рассказывай. Наносим на 3 прядки с разным временем. Нанесли на первую, через 10 минут нанесем на другую и еще через 10 минут на третью. Получится разное время. Один и тот же продукт? Да, один и тот же продукт. Чтобы посмотреть, что получилось, да, какой результат? Ну, у нас у первого получится 30 минут выдержки, у второй 20, а у третьей 10 всего. И увидим разные полностью времени. Супер. А вы сегодня один продукт используете или будете все, вот то, что Толя рассказывал? У нас каждый групп разный продукт. На каждом столе разные продукты, кроме осветляющего масла. Здесь нам важно посмотреть, как работает продукт с волосами и какие фоны осветления они способны создать за короткий промежуток времени. А если переборщить, передержать, правда волосы в кисель превратятся? Но есть рекомендованное время выдержки до 50 минут, либо до 30 минут определенных продуктов. Все, что вы пытаетесь передержать, мы сразу задаем вопрос, а где вы в этот момент? Не, ну да, вдруг покушать вышел мастер. Но смотрите, действие окрашивания и осветления прекращается, но так как химический продукт находится на коже головы и на волосах, вы задаете чувствительность кожи головы и волосам. Волосы истончаются... Кожа может приобрести неприятные ощущения, покраснение. То есть аллергия может, да, произойти у клиента? Ну, ожог. Ожог? Если вы будете передерживать. А ожог же может вызвать зарубцевание? Всех... Ну, это очень сильный химический ожог должен тогда произойти. То есть с красителями у нас так не произойдет? С красителями нет. Ну, просто будете задавать чувствительность кожи головы и волосам. Ага. Просто зачем передерживать? Нет, нам не надо передерживать, но мы все равно хотим узнать эту информацию. Ну, волосы придут к истончению.
Угу. Сухость и ломкость, соответственно. А кожа головы может воспалиться. Понятно. И это будет очень неприятное ощущение. Не, нам так не надо. Либо потом будет стянутая поверхностная пленка, которая начнет шелушиться, угу, и будет сходить. Понятно. Так, ну давай посмотрим. Так, мы что здесь? Мы здесь вот это делаем? Здесь у нас мультитехник. Ага. С 9% премоксидантом. Дальше у нас идет паста Platinum Plus с нутрипроявителем 12%. Угу. Здесь у нас девушки работают с пастой Platinum аммиачной, используя 9% нутрипроявитель. А на другом краешке стола у нас крем мужинаж без аммиака. А, можно попросить смесь? Она вот такая очень красивая. Они все разные, да, получается? Розового оттенка. О, кстати, и да. Пахнет цветами. Да ладно, да, да. Да, пахнет цветами, ничего себе. Для создания солнечных нитей, эффекта Baby Lights. Как на натуральных, так и на неожиданно. Да, потому что я думала, что химии такое. Нет, не химии. Абсолютно. Мне кажется, я обнюхала сейчас все, что производится в этой индустрии. И здесь у нас тоже используют пудру для открытых техник с использованием премоксиданта 12%. И там коллеги наносят гель Blendis. Тот самый, про который я рассказывал. Топовый продукт для блондинок. Вот это вот в пакетиках, да? Это что-то, какое-то волшебное вещество? Это усилители. А, вы это задаете усилитель. Мощность осветления данными пакетиками гелю Blendis. Ага. А, смесь детская. Вот такая гелевая. Угу. Очень легко наносится. За счет того, что она достаточно жидкая, ее можно нанести только на корни. По длине будет не очень удобно работать. А чтобы с корней не стекало по волосам? Будет стекать. Не будет? Серьезно? Вы наносите на корни, и она у вас получается слоем, как шапка. 1-1.5 сантиметра. Вы прям берете, не просто наносите, размазываете. Вы как бы накладываете на корни продукт и продолжаете дальше это делать. То есть у вас должна быть плотность продукта, и вот это количество продукта в миске должно быть все только на корнях. Многие говорят много, но это рекомендованная пропорция для осветления корней. Супер. И мы такие все замерли, нам так все... И тоже хочу вот уже сейчас обратить внимание, многие пугаются, когда гель Blendis нанесен на корни. Минут через 10 начинает казаться, что пора смывать, потому что волосы начинают приобретать некую прозрачность. Но это ошибочное, обманчивое мнение, чисто визуальный обман. Потому что он очень сильно пигментирован. Если вы начинаете смывать, то там тадам красный фон осветления, оранжевый, желтый, оранжевый, либо желтый. Здесь мы уже начинаем видеть, что волосы становятся значительно холоднее и светлее. Но это обманчивое, опять-таки, восприятие наших глаз из-за плотной пигментации продукта. Друзья, я нахожусь в Академии L'Oréal. Для того, чтобы попасть сюда на обучение, заходите на аккаунт L'Oréal Pro Team. Я вам прикреплю ссылочку в сторис и уже пишите непосредственно туда. Это у вас сегодня есть такая возможность попасть вместе со мной в эту Академию, я посмотреть еще хотим. Могу давай. Мешает. Так. Что? За каждым технологом закреплена определенная ссылка, которая распределена в наших личных аккаунтах Instagram. Поэтому понравившийся вам технолог, полюбившийся, либо рекомендованный кем-то, вашими коллегами, возможно, вы можете подписаться на личный мой Instagram-аккаунт, в котором есть специальная ссылка в шапке моего профиля. Перейдя по ней, вы увидите мое расписание на месяц вперед тех тренингов, которые провожу я. Да. Узнать об этих тренингах подробно уже в электронном формате и автоматически записаться. О, круто как. За каждым технологом такая ссылка закреплена. Угу. Супер. Ну, я буду ко всем ходить, не только к тебе. Потому что мне все интересно. Очень круто, Толечка, очень круто. А еще всем рекомендую скачать приложение, которое называется Stylenet Red Pro. Так. Это уникальное приложение, которое содержит в себе три важные функции. Покажи, да, покажи его, так проще. А, ой, а Даша в прошлый раз показывала классное ваше приложение лореалевское, вот для зарядки. Да-да-да, это 15 коуч. Да, 15 коуч. Друзья, у вас скачано вот это вот приложение? Очень крутое приложение вот для мастеров
там есть физические упражнения, правильно? В начале для того, рабочего дня, которые подготавливают суставы к рабочему дню. А ты ребятам сказал об этом приложении? Мы его завтра будем как раз-таки проходить. А, отлично. Более подробно. Давай вот это покажи сейчас приложение. Что это такое? Это уникальное приложение, которое служит инструментом для консультации, диагностики как имеющейся клиентской базы, так и для консультации новых клиентов. Открывая данное приложение, у вас открываются три функции. Первое – это мудборды, определенные созданные образы, при помощи которых мы можем выявить потребность клиента в направлении оттенка, техники осветления, техники тонирования, укладки, формы стрижки и рекомендовать ей. То есть клиент сам тыкнет на… Мастер может предложить, сказать, смотрите, что сейчас в тренде, что сейчас актуально, какие стрижки, укладки, цветовые нюансы. Более того, мы можем примерить 3D-образ, наведя камеру на… Серьезно? Клиента. Давай, я так думаю, что на меня нельзя? Вот я вот так вот залезу, нет? Подержи, пожалуйста, телефон и свет включу дополнительно. Так, смотрим. Нет, не влезаю, не слезаю, вот так. Ой, почти влезла. Здесь мы можем примерить оттенок. Ну, например, давайте я попробуем сделать блондинку. Да. Здесь есть ползунок, который отвечает за интенсивность оттенка. Так, ну-ка. Какая-то зеленая блондинка. Что-то как-то… О! Более пепельное направление. Пепельное направление, да. Здесь мы можем узнать, что это был за оттенок. Выдается P03. Супер. Это оттенок low color. Естественно, его мы можем получить на обесцвеченных волосах. Это очень круто. Лучше не на фронталку использовать, а кого-нибудь из коллег. Давай, можно давай. Вас попросить? С распущенными, камеру? Только волосами. Волосы наперед можно попросить сделать? Сейчас я поменяю направление камеры. Можно? Да, побольше волос. Вот, более корректное уже восприятие. Ой, здесь мы можем выбрать определенное цвета, направление цвета. Смотрим, цвета волос. Класс. Более того, есть очень крутая функция. Вы можете примерить эффекты. Эффект самбре – это когда осветленные кончики. Угу. Эффект амбре – когда идет плавная растяжка от темного к светлому. И эффект отросших корней, ну, типа Air Touch. Угу. То есть это к тебе клиент приходит, и ты ему прям все это примеряешь на нем? Да, но зачастую клиенты приходят и хотят красный цвет волос, но он им не подходит. А-а-а. Мы можем в режиме онлайн дать им посмотреть, либо да, либо нет, либо по-другому интерпретировать, сделать ненасыщенно красным. А также мы можем посмотреть сразу до-после, разделив экран. Ой, как удобно. Можем сделать фото и показать клиенту. Сейчас покажем клиенту. Смотри. То есть я такой не видела, да? Уникальный инструмент для диагностики и консультации. Какой ты хочешь стать? Я не знаю. Ну, темненько мне подойдет? Давай посмотрим сейчас. Темненько брюнетчика. Сейчас, да, я вам сейчас программу напишу. Только побольше волос. Здесь еще от освещения зависит, да. Там под лампочкой стоим. Ага. Да и от освещения у меня камера не совсем правильно. Да, друзья, сейчас вам расскажу, какое приложение. И также мы можем узнать, что это был за оттенок. Это был оттенок 614. Отлично. Вот это вот, да? Да, Style My Hair Pro. Style My Hair Pro. Друзья, приложение Style My Hair Pro. Супер. Да, сразу. Сфотографировать и показать, да? Ну, это можно с ноутбука использовать, либо с планшета, либо же с телефона. С любого электронного носителя, с которого вам удобно. Единственное, чтобы была ровная освещенная зона. Чтобы не было темного и слишком светлого. Но нейтральное вот освещение. Может, допустим, вот почему? Может. В этом случае может. Может. Да, может. Но через обычную камеру лучше это получается. Еще есть уникальная функция. Это палитра. Приложение имеет общую европейскую основу. И, соответственно, те цвета, которые сняты с производства, больше здесь не представлены, их удаляют. И те семейства оттенки, которые у нас появляются, они сразу заливаются сюда. Можно просто обновить приложение, после чего оно станет более актуальное в плане цветового решения. Я сейчас отменю, чтобы показать дальше историю. Здесь вы можете выбрать все оттенки. У нас сейчас появилось новое семейство в красителе Majorelle Glow. И можем просмотреть эти варианты оттенков. О, какой это красивый. Вот это вот.
А меня можно, да, тоже посмотреть, какое это такое? Ну, это надо через камеру сначала. Через здесь камеру. Просто представлены оттенки. Либо же посмотреть по уровням тона. Либо красным, медным, перламутровым оттенком, либо же по ярким цветным пигментам прямого действия красителя Colorful. Можно, в принципе, вбить в поисковую строку оттенок, допустим, 9-21. Цветопередача еще круче, чем в классической бумажной палитре, как мы все привыкли. И здесь есть тоже крутая фишка в том, что оттенок сразу показан, в каких он франшизах красителя представлен. Допустим, вы начинающий мастер, либо опытный, но не знаете, какое это семейство, либо вышло новое семейство, вы хотите узнать, и вам нужно работать с ним здесь и сейчас. Допустим, видите оттенок 21 в красителе Мажорель. Вам открывается техническая карта. Как приготовить смесь? С чем соединить? Сколько времени выдержки? Какие правила покрытия седины? Как нанести? Как и чем смыть? Вот только как удобно! Есть колориметрия для тех, кто любит пользоваться цветовым кругом. Это очень круто. Более того, здесь есть всегда рекомендация, как будет идеально сочетаться оттенок. Допустим, на корне взять оттенок 7.1, сделать пряди осветляющим продуктом и затонировать, допустим, из гаммы Dio оттенком 9.21. Можно получить вот такие шикарные работы. Более того, вы можете свою фотографию залить сюда. Ее будут видеть ваши коллеги. Mm-hmm. Смотри, девочки, просто через приложение можно сделать заказ красителя? Нет. Нет, наверное, да? То есть это мы убираем вот эту бумажную палитру, да, получается. Да. Смотрите, а мне где она? Мне нужно ждать дополнительных вклеек, либо обновление палитры. Здесь происходит... Ну покажи, что мы... То есть мы заменяем бумажную палитру... Представляете, все вот это количество палитр... Их много, у да. В телефоне, в одном телефоне. И при том, что очень круто, мне понравилось, что можно сфотографировать клиента, да, и подобрать под него цвет. Это круто. Давайте еще раз. Style My Hair Pro. Style My Hair Pro. Так, да. Style My Hair Pro. Фотографируйте. В App Store и Google Play, да, скачивается. Да, скачивайте в любом. Приложение. Бесплатно, это вообще радует. Толя, это всегда радует, что бесплатно. Так, ну что, круто, да? Я вообще всегда в восторге от новых технологий. Так что технологии, ну вот посмотрите, вот это вот все вы замените одним приложением. И я уверена, что во всех брендах этот тренд пойдет, и скоро нам вот эти вот вкладки не понадобятся. Ну что, друзья, я сегодня была в гостях в Академии L'Oréal. Добро пожаловать, смотрите мои прямые эфиры, пишите в директ. Я всегда с вами. Сейчас буду с ребятами знакомиться, фотографироваться и выставлять в сторис. Поеду дальше, очень много дел. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Пишите обязательно в директ. Обратную связь. Для меня это очень важно. Ну все, хорошего вам дня. Пока-пока.